Еще немного о технике безопасности. Фу, замучился. Так, вот как стоит. Значит, это подвал этот. Вот так вот, в принципе, можно стоять. И то, конечно, опасно при заезде-съезде. Потому что когда заезжаю, еще ничего, когда съезжаю, ужас. Аж чувствуется, как он проваливается. Но боком, скажем, одной стороной гусеницы вот на такое наехать. Все. Техника будет лежать на боку. Ну, а в остальном не могу дотянуться там до одного швеллера. Вон, набрали металла чуть-чуть. Ладно, в основном речь идет о технике безопасности.